В школах Сургута продолжается вакцинация от гриппа. В гимназии лаборатория Салахова в планах поставить прививки большинству ребят. Ученики входят в группу риска, отмечают медики. В чем особенность детской вакцины от опасного инфекционного заболевания и что нужно для того, чтобы ребенку сделали прививку в школе? Смотрите в сюжете Марии Ливанян. Важность вакцинации от гриппа нужно демонстрировать на собственном примере. Так считают педагоги начальной школы гимназии лаборатории Салахова. Прививать сотрудников тут начали почти месяц назад. Как отметила директор образовательного учреждения, вслед за учителями вакцинацию от гриппа прошли в полном составе и их дети. У нас эта процедура с сотрудниками была начата 4 сентября. Поэтапно, постепенно мы эту процедуру проводим, и она для всех сотрудников обязательна. Она еще не завершена, поэтому говорить о конкретных цифрах еще рано. Ничто так не мотивирует, как собственный пример. У нас дети наших педагогов в 100% составе уже провакцинировались. Прививают учащихся детской вакциной «Совигрипп». Это облегченный препарат без консервантов, содержащий только фрагмент вируса. Медики отмечают, что школьники входят в группу риска, поэтому им важно пройти эту процедуру. Противопоказание – непереносимость белка куриного яйца. Также прививку необходимо отложить, если ребенок недавно переболел какой-либо инфекцией. Если ребенок перенес какую-то тяжелую инфекцию, либо вирусную, либо бактериальную, то мы не берем его на вакцинацию в течение месяца после перенесенного заболевания. Ну, конечно, ориентируемся на справки от лечащего врача и на согласие, на собранное согласие от родителей. Если ребенок перенес легкую инфекцию, то мы можем его вакцинировать после нормализации температуры. Младшеклассники к прививкам относятся в основном спокойно. Ученица 2 класса Мирослава рассказала, что сначала немного испугалась, увидев иголку, но потом собралась и стойко перенесла процедуру. Все, моя девочка, ты видишь, все молодец. Вот так, держи, уже кровь не идет. Умница! Немножко я переживала, но так-то все нормально. Чтобы у ребенка после вакцинации выработался иммунитет к гриппу, необходимо от 1 до 3 недель. Все это время за состоянием детей будут наблюдать. Помимо основной работы, врачи также консультируют родителей на тему прививок. Вся информация есть у лечащего врача ребенка или у специалиста в школьном медицинском кабинете. Мария Ливанян, Вячеслав Ширкунов, Сургут, Интерновости.